Идем дальше. Система Тарыша в французской защите. И давайте поиграем с изолятором. Тут можно на b6, на d6 отступать. Обычно на d6 отступаю. Так, теперь если конь f6, то ладья e1, на слон e6, конь g5. Поэтому тут играют конь e7. И рокировочка. Такие позиции встречались в матче за звание чемпиона мира между Карповым и Корчным. Корчной тут за черных ни одну партию Карпов не проиграл в таких структурах. Так, ну что, тут есть ход А6, насколько я помню. На слон D3, слон G4, на слон E2, слон F5. Этот ход тоже есть, но я бью пешкой. И дальше слон D7, насколько я помню. Слон D7. Ну, в принципе, пешек изолированной уже нет. У меня белопольный слон пока что пассивный, но... Это пока. Дальше ферзь c7 хочу сыграть. Конь g6. Ну, h6 можно сначала. Вернее, конь g6, потом h6, чтобы не было перевода на g3. То есть конь g6 сейчас. Так, давайте конь g6. Предлагаем размен ладей. Так, и конь сразу на ослабленное поле. Можно, конечно, сыграть слон f8 тут. Или же пробить здесь. В принципе, белопольный слон нам здесь, наверное, не сильно нужен. Можно пробить. Давайте пробьем. И h6. И h6. Да, слон e3, есть идея слон c5 сыграть. Ну тут, наверное, я как-то ладья e5 могу заехать, да? Как-то ферзь этот. Ладья e5, давайте попробуем сдвоиться с темпом. И ладью на e8. И ладью на e8. Так, решает разменяться. Ну что, взял, ферзь Е7, шах на c8 какой-то, да? Так, может быть сразу h5 не то. Ну, c5 можно сыграть просто. Так вот, c5. Что тут, угроз никаких нет. На ладья Е5 можно конь Е5. А, вот он цепляется к пешке, да? Ну, хорошо, пускай цепляется. Я могу сыграть ферзь Б7. Давайте ферзь b7. Хотя там ферзь e8, да, будет ход. Тогда, точнее, может быть, ферзь c8 вот так сыграть. Если ладья e5, то конь e5. Конь здесь на e5 будет хорошо стоять. Слон c3 разве что, ну. Такой ход, конечно, есть. Тогда конь f4 где-то может будет дальше. Ну, хорошая позиция для черных, для такого варианта. Думает соперник. Да, вот он решает прояснить ситуацию. Ну и что, массовые размены. Так, конь, наверное, все-таки e5 пойду. Конь c4 хочу сыграть. Пешку d5 пока никак тревожить. Конь c4 хочу. Вот он не дает конь c4. Ну, можно сыграть ферзь d7. А, может быть, даже ферзь f5 как-то. Ну, тогда шаг здесь. Ферзь e6 какой-то ход есть. Давайте ферзь e6 попробуем. Так, ферзь e6, конь c4. Давайте пока так. А потом конь f4. F4. И ферзь E2 хочу сыграть. А, там он бьет, но я перекрылся.
Не знаю, тут ферзь Е2 уже опасно. Он может дать шах, правда, но... То есть ферзь как-то изолирован его здесь, да? И уже опасно. Уже опасно. Слон c3, ферзь шах, король отошел. Ферзь e4 даже можно сыграть сразу. Видите как? Ферзя отрезал, и такие угрозы серьезнейшие уже нависают. Так, слон c3. Шах, ферзь e4. Так, что же здесь может быть? А, подождите, шах сюда, отошел. Давайте так. Шах. Это же мат форсированный. И мат. Очень интересная партия с точки зрения французской защиты.